Приветствую. Отсрочку можно будет купить. Вернее так, отсрочку можно будет получить в том случае, если у тебя зарплата 35 тысяч и выше, и ты платишь большой ЕСВ. Так ли это на самом деле? Работает ли этот механизм? Об этом сейчас мы и поговорим. Вот эта идея о покупке отсрочки, она не нова. Уже в прошлом году, даже стоп, в позапрошлом еще году были мысли от Людей из правительства о том, что нужно разрешить выезд за 3-5 тысяч долларов. Потом был законопроект Мазурашу, где предлагалось установить ежемесячную выплату да, в размере м -м, ЕСВ с минимальной заработной платы за выезд из Украины. Ну и теперь мы говорим о том, чтобы человек не выезжал, но получил право на отсрочку, был забронирован в том случае, если у него большие взносы в пенсионный фонд. Откуда пошла эта история? Эта история, если я не ошибаюсь, пошла из одной единственной публикации в журнале Forbes, где человек, у которого брали интервью, сослался на источники в офисе президента. То есть, вы понимаете, кто-то где-то что-то слышал. На сегодняшний день такого нормативного документа, который бы устанавливал соответствующие правила, просто нет. То есть никто из нас, у кого есть там зарплата в 35 и выше тысяч, не может получить отсрочку на законных основаниях. То есть это то, что кто-то где-то слышал, что якобы такой механизм обговаривается и возможно в будущем он появится. И когда я эту новость выложил у себя в телеграм-канале, там мнения разделились. И, конечно, большинство людей, скажем так, скептически и с юмором отнеслись к этой идее. Потому что для многих такая идея это установление официального имущественного ценза, да. В котором человек, который богатый официально уже может не воевать, а человек который бедный будет идти воевать. Дальше там у людей были комментарии такие из серии, что дальше будем мы по форме носа определять да кому идти служить, а кому не идти, потом по форме черепа. Ну и по длине еще некоторых органов предлагалось определять кто же будет служить. Но были там и те люди, которые поддерживают эту идею. И вот я общаюсь со своими друзьями, знакомыми по поводу этой идеи. Заметил следующее. Те люди, которые говорят, да, окей, отлично, я поддерживаю идею, я готов. Это те люди, для которых вот эти суммы являются посильными. То есть, когда человек говорит, что я готов, он понимает, что он попадает в эти критерии. И, соответственно, он за эту идею. Это как, например, с законопроектом об отсрочке адвокатом. Да? Вот когда он появился, я выложил этот законопроект и говорю, хороший же законопроект, классный, надо поддержать. А многие наоборот говорят, не нужно поддерживать. Зачем этим адвокатам отсрочка? А все дело в чем, да? Место сидения определяет точку зрения. Так вот, те люди, у которых есть деньги, да, они говорят, там, 3-5 тысяч долларов готов заплатить. Там зарплата 35 тысяч нужна, чтобы мне выехать. Готов, все отлично, готов поддержать эту идею. Но я всегда этим людям говорю следующее. Говорю, а ты понимаешь, что это несправедливый механизм, и ты его поддерживаешь лишь по одной причине. У тебя есть эти деньги. А дальше я задаю вопрос, а что бы ты сказал, если бы за выезд нужно было там не 3-5 тысяч долларов, да, а 30-50 и вот здесь вот человек начинает думать такой, и многие такие, да, говорит, готов у меня квартира есть. Хорошо, поднимем ставки. А 300-500 тысяч? И тут ты уже не готов. Почему? И ты говоришь уже, это несправедливо. 300-500 тысяч это много. Так вот, к тем людям, которые поддерживают идею вот такого имущественного ценза, хочется сказать, друзья, сама идея несправедлива, и вы ее поддерживаете только потому, что вы чувствуете, что вы, для вас это посильно. Но как только Сумму вам поднять, вы скажете, это несправедливо. Для тех, кто говорит, что оно, стоп, что ты такое говоришь, что ведь хорошая идея, деньги пойдут на ЗСУ, на поддержку армии и так далее. Друзья, когда мы говорим, что дать отсрочку человеку, который, например, может платить там 1400 или 6000 там, гривен ЕСВ, то мы говорим о что? Я покупаю право не воевать. А, на каком основании? На том основании, что я плачу деньги. Мол, вот я поддерживаю ЗСУ. Но давайте честными будем с собой. А что? Это поддержка ЗСУ? Тысяча гривен спасет армию, 6 тысяч спасет армию, даже 3-5 тысяч долларов спасет армию. Нет. Напомню, содержание одного солдата только по его денежному обеспечению это 120 тысяч гривен. Зарплата, по сути, да, вот представим, зарплата 120 тысяч гривен в месяц, а еще этого солдата нужно прокормить, еще этому солдату нужно дать обмундирование, а еще э, нужны снаряды и так далее. Во сколько это выльется? Но это не 3-5 тысяч долларов, как мы с вами понимаем в месяц, а гораздо, гораздо больше. И в этом смысле вот эта идея, что я помогу армии и выйду, но она не совсем корректна в том плане, что это не обеспечит армию аж ничем. Это никак кардинально не изменит положение на фронте, не изменит обеспечение нашей армии. И это не то, чтобы я выступал там, кардинально против этой идеи. Хотя, наверное, я против. Я против, почему? Потому что, на мой взгляд, границы просто должны быть открыты. Просто должны быть открыты границы. И когда государство закрывает границы, а потом поднимает вопросы об имущественном цензе, это говорит о том, что государство ну, в каком-то смысле даже сознательно, да, ну не все государство, а отдельные его представители сознательно идут на раскол общества. На очередной раскол общества, разделение его на богатых и бедных, на тех, кто может купить себе свободу и не может купить себе свободу. А в итоге мы говорим просто о перераспределении денег, потому что человек, у которого есть деньги сейчас, он может купить себе свободу? Да, может. Ты можешь купить инвалидность, можешь купить себе инвалидность, родителям, жене. Можешь заключить фиктивный брак с женой, у которой, с женщиной, у которой есть инвалидность, и выехать. Ты можешь даже купить белый билет. Это все возможно, мы все прекрасно знаем об этом. Кто в этом сомневается, пожалуйста, зайдите на сайты полиции, на сайт ДБР и посмотрите. Там вся эта информация, Изложено, да, в виде материалов уголовного производства, ну, сообщений о уголовных производствах, и вот эта история, что за 35 тысяч можно будет выехать, это просто вот, ну, какое-то такое перераспределение потоков, что ли. А суд-то от этого не меняется. Есть деньги, ты можешь решить вопрос и выехать. И эту ситуацию нам искусственно создало государство. Государство, которое почему-то нам не доверяет, которое закрывает для нас границы. Ну а в итоге мы получаем, получаем то, что получаем. Подводя итог, то, о чем мы говорили, это всего лишь какие-то высказывания. На сегодняшний день, еще раз скажу, нет нормативных документов, нет законов, которые бы устанавливали такое правило, согласно которому люди могут за деньги получить отсрочку. И мне думается, что такого закона не появится. Хотя, знаете как, я надеюсь, что этого закона не появится, но с учетом того, что происходит в последнее время у нас в стране, поверить уже можно во все что угодно. А что вы думаете по этому поводу? Да, вот я высказал свою позицию. Давайте мы обсудим. Вот я понимаю, что будет, наверное, много хейта, и многие напишут, что за деньги стоит поддержать выезд. Ну, обсудим это в комментариях или в телеграм-канале. На этом все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.